Ну, понятно, что сам по себе он не уйдет. То есть не будет такой ситуации, что он уходит в отставку и там его какой-то момент арестовывают на его даче, передают в Гаагу, и там его судят. Да, он будет держаться за власть до последнего. И так или иначе, что-то из двух событий, да, смерть Путина и конец войны, случится чуть раньше, что-то чуть позже, но они обязательно, скорее всего, случатся. Они случатся очень близко одно от другого. А чтобы Путин оказался живым вот в этом суде, да, его должны арестовать. Арестовать его может только кто-то из его окружения, который решит таким образом откупиться от своей личной персональной ответственности или от ее большой части, представив вместо себя вот такого козла отпущения. Да. Но Путин – это человек параноидального, да, который помешан на заговорах, который всегда окружал себя охраной, уж в последнее время тем более. Его, если убить еще можно представить как, да, то как его арестовать живого и взять теплого, мне тяжело это себе представить.